Доброе утро. Сырники. Сегодня сырники. Вот такие они у меня получились. Высокенькие, не растекаются. Но я в них вообще не добавляла сахар. Я прочитала, что если... В интернете, естественно, где я могла еще прочитать. Что если не добавлять в сырники сахар, то какой бы творог вы ни использовали, они все равно у вас будут... не будут растекаться. Ну, не знаю, насколько правдива информация, но вот видите, сахар не добавляла. Они у меня прям такие хорошенькие. Так, сейчас еще пусть пару минут под крышечкой побудут и буду завтракать. Что, сырники мои готовы. 5 штучек получилось из одной пачки. Надеюсь, не обожрусь. И варенье у меня тоже не сладкое. Яблоко, розмарин. В общем, такая красота. Мне приятного аппетита. Сейчас сделаю еще чаечку. И, боже, этот чудесный день начнется. Ритуал. Гуляем. Все. Слава Богу, Боже. Это ж холодно. Еще раз всем привет. Ну что, собираюсь, иду гулять. Пройдусь немножко по району. Подышу немножко свежим воздухом. Ну, надо. Не хочется идти в мороз, но все равно свежий воздух. Ну, мороз не такой мороз, там всего минус 5, минус 4, минус 5. Солнышко. Ну, в общем, короче, пойду прогуляюсь, пройдусь. Может, в магазин зайду, что-то куплю. Хотя, в принципе, мне ничего особо не надо. В общем, короче, все. Пошла гулять. Смотрите, какие у меня дома снежинки. Все, нагулялась, вернулась домой. Свой любимый дом с ангелочками, снежинками. Варю рис. Поставила на 25 минут. Сделаю сейчас соевым соусом. Вот такой соевый соус люблю. Что, уже все темнеет. Ну, солнышко еще есть, но 4 час, но уже темнеет. Естественное брожение. Ну, не знаю, по мне так он самый вкусный. Но опять же, это... Это ж все на любителя. Кстати, провожу эксперимент. Она чистая. Я положила ее сюда, чтобы пшерон не спал в мойке. Хотя, может, пусть спит. Да не, ну блин, слушайте. Ну, короче, попробуем отучить его, пока он не подходит. Что? Все, протерла, а то прям что-то как-то. Ну, в общем, чаек сейчас допью. У меня завтрака осталось. Рис сделаю, почитаю. Дочитываю уже книжку. Втянулась. Что, мне уже нравится читать. О, блин, мандарины хотела взять. Ну ладно, у меня он еще 2 штуки есть, в принципе. В принципе, пока и хватит. В общем, жизнь прекрасна. Так, мой рис. Рис с яичком, немножко сливочного маслица и соевый соус. Конечно, сюда бы еще подошел лук порей, зеленый лучок, но ничего нету. Но все равно это тоже очень вкусно. Я, кстати, в Таиланде первый раз увидела, что с рисом можно творить всякие разные чудеса. Ну вот, например, типа такого. Для меня всегда рис был просто самостоятельный гарнир. В общем, мне приятного аппетита, вам тоже приятного аппетита, если кушаете. На, прическа у меня сегодня. Оригинальнее просто некуда. Ну ладно, что же делать. Красоту ничем не испортишь, особенно прической. Все, девочки, мальчики, на этом буду со всеми прощаться. Сейчас, наверное, включу себе какой-нибудь сериальчик. Какой-нибудь. Я начала пересматривать... сериал «Большая маленькая ложь».
Я на втором сезоне уже. Блин, мне так нравятся дома, которые у них на берегу океана. Боже, как это красиво. Прям, знаете, реальная мечта. Вот дом на берегу океана. Ну, там понятно, что будет влажность, так же, как и около дома у моря. Свои нюансы, но... Ну, как это красиво, у них панорамные окна. Короче, женщина хочет на море. Все, на этом приятном желании и приятных воспоминаниях о море закрою этот влог сегодняшний. Всем хорошего дня, отличного настроения. Пусть воскресенье проходит в мире безмятежности, радости и только с приятными эмоциями. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.